Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0, у микрофона Мария Кожевникова. Кировчане стали покупать меньше новостроек, при этом вырос спрос на вторичное жилье, сообщают бизнес-новости в Кирове со ссылкой на прогноз компании Realty Group. За первые 9 месяцев этого года на вторичном рынке продано уже столько же квартир, сколько за весь 2015 год. Это более 12 тысяч объектов. В целом же спрос на квартиры, по данным аналитиков, остается стабильным уже 7-й квартал подряд, после роста в 2016 году на 13% относительно 2015 года. В числе ярких тенденций на рынке недвижимости эксперты выделили рост доли ипотечных сделок. За 9 месяцев этого года для приобретения вторичного жилья ипотек выдано уже на 26% больше, чем за весь 2015 год. Дайджест недвижимости. Помещения Европейского вновь не смогли продать. Очередные аукционы признаны несостоявшимися. Первый из-за отсутствия заявок, второй по причине того, что к торгам был допущен всего один участник. По первому лоту на продажу выставлялось помещение площадью в 39 квадратных метров, расположенное на первом этаже торгового центра. Начальная цена лота более 1 миллиона 300 тысяч рублей. А ранее это помещение выставлялось на торги уже дважды. По второму лоту можно приобрести помещение площадью в 226 квадратных метров, расположенная на 7-м этаже Европейского. Начальная цена лота порядка 8 миллионов рублей. По нему было также два аукциона, на которые не поступило ни одной заявки. В этот раз их было две, но одного из участников не допустили к аукциону из-за того, что тот не перечислил в срок задаток, а это более 1,5 миллиона рублей. В итоге аукцион вновь признан несостоявшимся. Очередные торги по продаже этих двух помещений назначены на 8 декабря. Дайджест недвижимости. Кировчанин присваивал себе чужие квартиры. Он обманул 4 человек на 5 миллионов рублей. Как рассказали в МВД России по Кировской области, незаконной предпринимательской деятельностью в сфере предоставления микрозаймов. Во время работы он подыскивал одиноких граждан, злоупотребляющих алкоголем, и под разными предлогами оформлял их жилье на себя или на подконтрольных ему лиц. После подписания документов подозреваемый продавал квартиры и забирал деньги себе. В данный момент возбуждено 4 уголовных дела по разным статьям Уголовного кодекса. До суда мужчина будет находиться под стражей. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.